6 июня 2019 года на площадке у библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику поэта, имя которого носит библиотека. В этот день Александру Сергеевичу Пушкину исполнилось 220 лет со дня рождения. Участниками церемонии возложения цветов стали представители Ассамблеи народа Казахстана, писательского сообщества, коллектив и читатели библиотеки имени Пушкина и все поклонники творчества гения русской литературы. У памятника Александра Сергеевича с самого утра звучали романсы. Гостей встречали актеры, театры, драмы в костюмах героев произведения Пушкина. Можно было сфотографироваться или сделать селфи с самим Пушкиным в художественном исполнении актера Евгения Пятого. Открыл церемонию романс на стихи Александра Сергеевича Пушкина «Я помню чудное мгновение» в исполнении артиста Иртыс-концерта Айдар Алтай. С приветственной речью выступила Асем Нусупова, заместитель акима Восточно-Казахстанской области. Она отметила, что произведения Александра Сергеевича объединяют людей всех возрастов, вероисповеданий, национальности, потому что пушкинский гений обладал удивительным даром проникнуться духом другого народа и напомнила о его подражаниях Курану и записи казахской эпической поэмы «Акузы Курпеш» и «Баян Сулу» в архиве поэта. Асем Бекона тепло поздравила собравшихся с юбилеем всемирно известного поэта и преподнесла корзину цветов от акима Восточно-Казахстанской области Даниила Кинжетаевича Ахметова. Гостями праздника были и представители Генерального консульства Российской Федерации в Усть-Каменогорске. Вице-консул Николай Михайлович Тищенко выступил с поздравительной речью и преподнес корзину цветов. Накануне в библиотеку имени Пушкина была представлена дарственная коллекция детской литературы. Также у праздничного микрофона поздравлениями выступали другие участники церемонии. Среди них читала свои стихи поэтесса, член Союза писателей России, руководитель литературного объединения «Звено Алтая» Наталья Семеновна Матвеева, председатель восточно-казахстанского филиала Всемирной ассоциации казахов Аскерхан Актай, говорил о творческом союзе Абая и Пушкина, а также профессор Восточно-Казахстанского государственного университета имени Сарсена Аманжолова, пушкинист со стажем Люция Ильдаровна Абдулина, руководитель Славянского общественного объединения Александр Андреевич Яковлев, писатель и друг библиотеки Алдияр Акылбаевич Аубакиров и другие. Церемонию возложения цветов завершила чтение стихов Александра Сергеевича Пушкина на казахском, русском, китайском, турецком, английском, немецком, французском, корейском языках. Праздник продолжился в библиотеке у книжных экспозиций, выставок детских рисунков и фотографий, посвященных славному юбилею Александра Сергеевича Пушкина. Каждый участник, в том числе гости, приехавшие из поселка Глубокого, юношеской детской библиотеки, школы номер 47 и 44, колледжей КАСУ и экономики и статистики, колледжа братьев Абдулиных, ветераны клуба «В кругу друзей» и все поклонники творчества Пушкина. У свободного микрофона читали любимые стихи, пели романсы, участвовали в конкурсах и викторинах.